Сейчас технические специалисты компании полностью меняют оборудование станции на самое современное оснащение от ключевых мировых производителей, в том числе и программный комплекс, управляющий мобильной связью региона. Это сложный процесс, требуется настройка всей сети. Уже заменили оборудование почти 300 базовых станций в городе Харькове и пригороде. Компании «Киевстар» говорят, что после запуска сети 3G скорость передачи данных значительно возрастет. Это позволит харьковчанам слушать музыку онлайн и совершать видеозвонки. С начала ноября компания «Киевстар» проводит полную замену элементов сети города Харькова и пригорода на новейшее оборудование от ключевых мировых производителей. После завершения технических работ абоненты получат более четкую передачу голоса, стабильное соединение и лучшую передачу данных. На сегодняшний день 3G-сеть «Киевстар» уже насчитывает более 400 населенных пунктов Украины. Увидеть действующее покрытие можно на интерактивной карте на официальном сайте компании. Харьков – это город нашей надежды, и мы очень хотим запустить связь 3G в Харькове. Технически сеть «Киевстара» практически готова к запуску, и мы ждем только разрешения ее запустить. Это зависит от Министерства обороны страны. Мы надеемся, что проволочек не будет. Нынешним абонентам «Киевстар» менять сим-карту не придется. Главное, чтобы мобильный телефон поддерживал технологию HSPA или HSPA+. Надежда Тофан, Алексей Жучков, медиагруппа «Объектив».